Начинаем. Сначала база. База в этот раз, смотрите, насадкой делаем. Поставили. Начинаем крутить. Раз. Два. Это у нас начало. Теперь опять раз. Уже заводим, как всегда, внутрь. И теперь начинаем раскрывать розочку. Хотите еще больше, значит, еще больше раскрываем. Только теперь обратите внимание, мы листики ведем наоборот. Вот. Такая пионовидная у нас розочка будет. Первый. Смотрите. Врезаемся в крем и начинаем крутить. Раз, прокрутили. Два, прокрутили. Три, прокрутили. Мы делаем как бы такую более закрытую розочку. То есть как будто бы бутон у нас еще не распустился. Вот он такой будет. Видите? Более закрыт. Похудей, например, сделаем базочку. Опять. Крутим. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Смотрите. Раз оторвали. Два оторвали. Три. Отрываем. 4, 5, 6, 7, 8. Отрыв. Видите, делали? Теперь опять отрываемся. В таком отрыве. Крутим. Отрывать начинаю вот сразу. Видите, бутон как будто вот на натуральной розочке. Пойду в пион. Хотите большую розу, делаем высокую базу. Опять, ой, прошу прощения.
все время забываю. Вот так крутим. И пошли опять отрывать. Чем чаще отрываете, тем более закрытый бутончик у вас в итоге получается. То есть базочку мы делаем небольшую. Это чисто для того, чтобы удобно нам было крем зацеплять. Поставили. И повели. Так. То есть как бы задаем центр розы, видите, и пошли в отрыв. То есть все отрывным таким движением отрываем. Точно так же можно и с этой стороны отрывать, тогда роза будет смотреться совсем по-другому. То есть вот такой отрыв. Бутончик сделаем такой более закрытый. Вот смотрите, одной насадкой сколько разных роз, и все одной насадкой. Опять крутим центр. Такой бутончиков сейчас наделаем маленьких. Закрыть. Повыше сделаем розочку. Значит, и базу повыше. Опять поставили и погнали. Закручиваем. Раз. Два. Смотрите, завожу как глубоко. Видите? Будет высокая, большая роза. Черничная ночь. И отрываемся.